Поднять престиж рабочих профессий, пожалуй, это одна из главных целей чемпионата молодых профессионалов WorldSkills Russia. В Ивановском колледже культуры подвели итоги двухнедельных соревнований и наградили победителей конкурса. На чемпионате 2019 года были представлены 28 компетенций, продемонстрировали свои навыки около 200 участников. Мы ищем профессионалов, мы ищем лучших, и, соответственно, такие чемпионаты, они выявляют этих лучших. Нам, конечно, даже проще выявить, допустим, каких-то сразу людей, которые умеют и покажут себя хорошо на производстве. Региональный этап WorldSkills проводят четвертый год подряд. За это время возросло не только число участников, но и количество компетенций. В этом году организаторы сделали особый упор на школьный сегмент, чтобы учащиеся задумались о выборе будущей профессии как можно раньше. В рамках движения WorldSkills развивается направление для школьников, юниоров, соревнования по профессиональному мастерству под те навыки и компетенции, которые они осваивают либо в рамках школьной программы, на уроках технологий или других предметов, либо в рамках учреждений доп. Образования. Одно из перспективных направлений, появившееся в этом году – мобильная робототехника. К движению WorldSkills присоединились воспитанники центров «Новация» и «Кванториум». Победу одержали учащиеся лицея «Гармония» Геннадий Расторгуев и Давид Розенкранц. Ну, на данной компетенции мы должны были собрать робота и запрограммировать его, и он должен был пройти определенную трассу, на которой были определенные пути. То есть надо было добраться до точки, поднять кубик, вернуться обратно и выкинуть его в мусорный бак. Мы разделили обязанности так, что Давид собирал робота, а я его программировал, и он мне с этим помогал. В принципе, работать было нетрудно, потому что мы понимали друг друга и давали друг другу советы. Участие в чемпионате – это не только бесценный опыт, но и возможность заявить о себе перед работодателем. Лучшие из лучших отправятся на отборочные туры, чтобы получить путевку на национальный этап WorldSkills Russia. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.